Даша, расскажи про своих родителей. Ну, папа работает, а мама красивая. Наташа, почему ты так громко плачешь? Потому что я тебя не умею. Регина, как ты думаешь, зачем коту усы? Ну, не с бородой же им ходить. Матвей, а у тебя есть мечта? Да, мечта, как мой папа стать банкиром. Неужели твой папа банкир? Нет, он тоже мечтает. Никита, ты когда-нибудь стоял под лу? Нет. Ну, не беспокойся, теперь постоишь. Даша, Алиса, Никита, Наташа, Регина, Алина Алфимова, Света, Матвей, Алиса, Аня, Таня, Никита Хрулев, фамилия Хрулев, Даша, Семен, Егор, меня зовут Данил, Ярик, Женя, Шахин, Полина, Иван, Данил. На огромном небе места хватит всем. Мы найдем друзей в далеком космосе. Мы готовы к веку информации. Полетим искать цивилизации. Будет небо над землей прекрасное. Мы раскрасим мир цветными красками. Будут будни яркими и пестрыми. Мы идем за братьями и сестрами. Я буду раскапывать динозавров и еще их изучать палеонтологом. Но еще я буду художником, изобретателем. Ботинки, чтобы на потолке висели. Шапку и невидимку буду изобретать. Палеонтологом. Динозавров копать. Гепардом. Гепардом? Что будешь делать? Бегать. На слона охотиться. Бывалять на солнце выгорать. Кошкой. Доктор. Массажи делать. Всякие там. Для взрослых, для детей. Чтобы у них ничего не болело. Продавцом. Продавать фрукты и овощи. Врачом. И лечить зверей. Кататься. Буду вообще кататься на машине. Я не знаю, кем хочу стать. Полицией. Ловить преступников. Я хочу стать парикмахером. Красивые прически делать, чтобы люди были красивые. Мне две их. Медсестра и художник. Там мне нравится помогать. Ну, например, доктору. А рисовать мне просто нравится это. Хочу туда ходить. У меня две профессии будут. Я хочу стать... Мат.
аниматор, например, вот аниматор. Потому что он развлекает разных людей. Ну ладно, а кем? Ну я этим интересуюсь. А кем еще хочешь? Путешественником, который по разным городам ездит. Я хочу стать агентом. Защищать родину. Пожарным. Пожарником. Я буду людей спасать. Доктором. Лечить людей. Помогать им. Смотреть, слушать. Полицейским. Ловить преступника. Или можно военным стать. Папу. А что будешь делать? Работает. Я хочу стать президентом. Хочу, чтобы в России все богатые были. Полицейским. Арестовать бандитов всяких. Поваром. Просто сварить суп. Накормлю всех. Архитектором. Строить дома. Мир удивительный ждет впереди. Мы будем такие, как вы. Ну а пока мы не спим и глядим на дни вечерней Москвы. Время, позднее время, не детское время. Нам надоели книжки в постели. Ваши советы, нам хочется дела. Мы тоже хотели танцевать до рассвета. Крутые коктейли, кровавую Мэри. Летать на ракете, зажигать на банкете. Шарить в интернете, мы все бы сумели. Придет наше время, время. Жить на Ривьере, отдыхать в Куршавеле. Клеить с модели, решать все проблемы. Друзьям много сладкого. Ну, желаю, чтобы они выросли здоровые и большие. Чтобы они всегда слушались своих родителей. Чтобы было все хорошо. Чтобы были здоровы. Чтобы они меня никогда не бросали. Хорошего здоровья и хороших дней. Чтобы счастливые были и не болели. Чтобы они никогда не болели. Солнце. Я желаю своим друзьям, чтобы им было хорошо и весело. Чтобы они были здоровые, мирные, никого не обижали. Счастье. Доброты и улыбки. Счастья, добра. Я желаю, чтобы... Ну, чтобы все было хорошо. Ну, еще я желаю, чтобы мы не ссорились. Чтобы было все хорошо. Всего хорошего. Доброту. Чтобы их не ругали часто. Чтобы им было хорошо. Чтобы они хорошо учились. Чтобы хорошо росли. Счастье. Чтобы учились на пятерке. Чтобы у них все было хорошо. Занесен в медленной речке вода, как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство
спешу. В кассе вокзала билет попрошу. Может, впервые за тысячи лет, дайте до детства плацкартный билет. Тихо кассирша ответит: билетов нет. Я желаю своим родителям много денег. Чтоб малыш это гипсованию пошел, а потом чтоб малыш выздоровел. Ну, чтобы они были хорошие и никогда нас не ругали. Вот. Были здоровые. Чтобы они были хорошими и покупали мне много сладостей. Хороших дней. Чтобы они не болели. Пластики их всегда походили хорошие. Чтобы у них было много денег и хорошо жили. Я хочу, чтобы они были красивыми. Маме, чтобы красивая была, а папе, чтобы много денег получал. Чтобы они не ругались, не ссорились и не пили пиво. Я за трезвый образ жизни. Счастья и любви. Жить хорошо. Чтобы они всегда были радостные и хорошие. Чтобы они больше не ругались. Еще я желаю так же, как и всем, счастья и добра. Чтобы никогда не было проблем с деньгами. Если что, я вырасту и им помогу. Ну, я желаю, чтобы они никогда не уходили. Доброты и счастья. Я желаю, чтобы на меня родители часто не кричали. Можно все вопросы решить мирно. Любви и счастья. Чтобы у них было много денег. Чтобы они долго жили. Ну что, дружище, как ей возразить? Дорогу в детство где еще спросить? А может, просто только иногда лишь в памяти своей приходим мы туда. В городе этом сказки живут, шалые ветры с собою зовут. Там нас порою сводили с ума сосны до неба, до солнца дома. Там по сугробам не слышно шла зима. У меня есть мечта всем купить мороженое. Завести себе птицу. У меня мечта полететь на самолете самое. Да. Получить лего-наборчик. А волшебные палочки же говорили. Я бы пожелала себе новый дом. Чтоб он был сразу же на даче построен. Посмотри другие страны. Чтобы был дом с вторым этажом. Я когда-нибудь стал львом. Я мечтаю о собаке. Мечта, что у меня появился робот Верни. Моя мечта стать Леди Баг. Чтобы мы жили на море. Чтобы был красивый дом, четырехэтажный. Чтобы я научился читать. Я мечтаю о двух попугаях. Слышу голос из прекрасного далека.
голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Это что, компот? Дети, тетя уходит, что нужно сказать? Слава! Да что ты считаешь чудом? Ну, я считаю чудом много конфет. Да. Это чудо? Ну, для меня, да. Чудо, я считаю, что масленица каждый год была беспрерывно. Ты блины любишь? Угу. Обожаю пост домашний. Своим клубничным и малиновым очень. Я вижу себя через 10 лет взрослой. Легко ли быть ребенком, Алинка, как ты думаешь? Да. Да? А почему легко? Потому что нас кормили сначала сосочки. И делали... любят и оберегают, да? За что ты любишь родителей? Да, за то, что они покупали мне сладкие. И дают мне еды. Потому что они всегда о нас, детей, заботятся. Я люблю своих родителей за то, что, ну, они всегда меня с собой берут. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос.